Мой вам совет. При любых обстоятельствах делайте вид, что на сердце покой. Это ваш шанс избежать обязательства, всем объяснять, что случилось с тобой. Будьте приветливы, доброжелательны, стрессоустойчивы, в чем-то просты. Больше читайте, тогда обязательно мысли и речи не будут пусты. Не осуждайте других, не злорадствуйте, помните истину, прошлого нет. Возраст не важен, указанный в паспорте, только душа знает, сколько вам лет. Будет тогда в жизни все замечательно, снимет любую печаль, как рукой. Но главное здесь, при любых обстоятельствах, делайте вид, что на сердце покой.